Обзор программы Photoshop 2020. Создаем документ. Открываем фотографию. Два раза мышкой. Увеличиваем на весь экран. Итак, что нового и какие улучшения в программе Photoshop CC 2020? Первое. Это инструмент выделения. Давайте вспомним, как мы раньше выделяли. Вот мы, например, берем быстрое выделение и выделяем нужный нам объект. Это достаточно очень удобный инструмент. Нажимаем правую кнопку мышки внутри выделенной области. Вырезать на новый слой. И мы с вами видим, что объект у нас отделился от фона. Он у нас находится сейчас на прозрачном слое. Это очень хороший инструмент, но даже такой хороший инструмент, как быстрое выделение, имеет свои недостатки. Вот если мы посмотрим вот в эту часть экрана, то мы увидим, что здесь у нас выделение произошло не очень хорошо. Так как цвет на стене, на фоне, и цвет курточки модели у нас похожи. Поэтому инструмент быстрого выделения не очень хорошо справился с этой задачей. Но это все легко исправить. Давайте же мы сейчас разберем, как выделять объекты в программе Photoshop 2020. В программе Photoshop 2020 появился новый тип выделения, называется выделение объектов. Чтобы вызвать этот тип выделения, надо нажать клавишу W. Нажимаем клавишу W и выделяем объект. Вот здесь, в верхней части экрана, мы можем выделять при помощи двух типов выделений. Это лассо и прямоугольник. Ну, как работает лассо, все знают, да? Зажимаем левую кнопку мышки и обводим вокруг объекта. И отпускаем. Таким образом мы указали для программы, какой объект мы хотим выделить. Но если мы посмотрим вот на воротник в этой части, то мы видим, что вот в данном случае выделение справилось не очень хорошо. Поэтому нам нужно выбрать на панели добавление к выделенной области и еще раз вот эту часть выделить. Все, теперь мы с вами выделили объект. Правая кнопка мышки «Вырезать на новый слой». Все, теперь объект у нас отделился от фона. Инструмент лассо не очень хорошо подходит для данного типа выделения. Я думаю, что все-таки лучше подойдет прямоугольник. Выбираем прямоугольник и выделяем нужный нам объект. И компьютер сразу анализирует. И опять же мы видим то же самое. Вот здесь, в этой части, выделение не справилось со своей задачей. Поэтому мы выделяем еще раз вот эту область. Все, теперь мы видим, что объект у нас выделился. Правая кнопка мышки «Вырезать на новый слой». Все, мы выделили с вами объект. Итак, очень хорошее нововведение в программе Photoshop CC 2020. Это если мы во вкладке «Окно» выберем «Свойства», то здесь мы с вами увидим две вкладочки. Выделить предмет и удалить фон. Давайте посмотрим, как они работают. Итак, программа не знает, какой объект мы на этой фотографии хотим выделить. После того, как мы нажимаем «Выделить предмет», искусственный интеллект сам определяет важный объект на фотографии и начинает его выделение. Давайте попробуем. Выделить предмет. Предмет у нас выделился. И удалить фон. Все. Видите, как быстро и удобно. А теперь давайте мы с вами ради эксперимента проверим время, за которое программа по новому алгоритму выделения выделяет объект. Итак, нам нужно выделить объект на фотографии. Выделить предмет. Ждем. Удалить фон.
То есть вот такой сложный тип выделения у нас занимает примерно 10 секунд, даже меньше. Итак, что касается данного типа выделения, то я хочу обратить ваше внимание, то, что фон на стене, он не однотонный. И если мы посмотрим, то здесь нас достаточно сложно для программы выделить объект, но тем не менее она очень хорошо справляется со своей задачей. Итак, в Photoshop CC 2020 усовершенствован предмет выделения объектов. Этот инструмент очень хорошо работает и очень хорошо справляется со своей задачей. Что еще мне понравилось в данной программе? Это инструмент заливка с учетом содержимого. Вот смотрите, вот здесь у нас с вами нарисован объект. Вот это микрофон, да? Скажем, мы хотим этот объект с вами убрать с этой фотографии. Давайте попробуем, как работает этот инструмент. Выбираем с вами инструмент. Ну, давайте выберем лассо. Выделяем данный объект, который мы хотим убрать с фотографии. И внутри выделенной области нажимаем правой кнопкой мышки. И выбираем заливка с учетом содержимого. Выполнить заливку. И с учетом содержимого. Нажимаем ОК. Видите, как хорошо справилась программа со своей задачей. Снимаем выделение Ctrl-D и объекта как не было. То есть это очень сильно экономит время. Так что все те, кто занимается веб-сайтами, кто занимается дизайном, моделированием, созданием каких-то версток, могут просто вздохнуть с облегчением, потому что программа Photoshop CC 2020 усовершенствовала вот свои инструменты. Что касается инструмента выделения, быстрой заливки с учетом содержимого. Что еще мне понравилось в новом обновлении программы Photoshop 2020, это то, что разработчики наконец-то добавили возможность ставить градиенты, не заходя на сторонние какие-то сайты. Ну, давайте мы с вами еще раз вспомним, как мы выделяли с вами объект. Выбираем свойства. Нажимаем выделить предмет. И удалить фон. Итак, давайте посмотрим, как работает этот инструмент. Добавляем слой. И включаем градиент. И здесь вот во вкладочке «Градиент» у нас добавились разные папки. И в каждой из этих папок огромное количество уже готовых градиентов. И вам не нужно ходить на какие-то сайты и искать нужный для вас градиент. Вот они все здесь есть. Вот, например, тут синие. Да, мы можем с вами сразу же выбирать. И что самое интересное, то, что нам не надо ничего перетаскивать, указывать. Мы просто нажимаем на нужный нам градиент. И сразу видим результат на экране. Это очень удобно. Это экономит огромное количество времени. И если мы посмотрим, то мы увидим, что в принципе любой тип градиента, который нам нужен, мы с вами можем выбрать. Ну, для этой фотографии мне все-таки кажется подойдет, наверное, оранжевый какой-нибудь градиент, да, который мы можем с вами тоже выбрать, вот, который будет более-менее нормально смотреться. Вот. Очень удобно. Не нужно искать, не нужно самим создавать. И самое главное, что не нужно посещать никакие сторонние сайты, чтобы выбрать нужный для нас градиент. Также мы с вами, помимо градиента, мы с вами можем добавлять узоры. Вот. Это тоже нововведение. То есть у нас сразу добавляется узор сразу же на фотографию, и мы его сразу же с вами можем менять на тот узор, который нам нужен. Мы этот узор можем масштабировать, увеличивать, уменьшать и делать с ним те манипуляции, которые нам необходимы. Очень удобно работать в программе Photoshop 2020, и все происходит достаточно быстро. Нужно ли вам переходить на новую версию программы Photoshop 2020, каждый решает сам за себя. Что еще? Еще мне очень понравилось, как они реализовали возможность работы с инструментом кисти. Вот если мы с вами выберем, например, кисть. Вот давайте выберем какую-нибудь кисть. Вот видите, вот у нас здесь вот с вами кисть.
Итак, ну, зальем вот этот слой, скажем, черным цветом. Выберем цвет кисточки. Ну, какой-нибудь яркий, да? И нарисуем. Нажимаем левую кнопку мышки, рисуем. Вот мы с вами, видите, нарисовали. Что в новой версии очень удобно. Что раньше, например, если нам нужно повернуть с вами кисточку, вот под каким-то другим углом, то нам приходилось вращать весь слой вот так вот. И это было очень неудобно и занимало бы большое количество времени. Сейчас же в программе Photoshop 2020 разработчики реализовали очень удобную функцию. Мы выбираем с вами кисточку. Вот у нас кисточка. И при зажатой клавише тильда, это клавиша U на русской раскладке клавиатуры, зажимаем клавишу U, тильду, и двигаем стрелочкой влево-вправо. И как мы видим с вами, что кисточка у нас вращается в том направлении, в котором мы хотим. То есть это очень удобно. Мы сразу с вами можем выбрать направление кисточки и сразу рисовать. Ну, я думаю, что для этого первого нашего вводного урока этого достаточно. До свидания. В следующих уроках мы поговорим с вами о новых обновлениях в программе Photoshop 2020 и о новых функциях. Всего хорошего. До свидания.